Друзья, всем привет! И вы снова на канале Cooking Brunch. Сегодня мы приготовим очень яркий, вкусный, а главное полезный салат из шпината с овощами. А прежде чем приступить к приготовлению, хочу поблагодарить всех зрителей за ваши комментарии, за поддержку моего молодого канала лайками. Обязательно подпишитесь с колокольчиком, чтобы не пропускать новые интересные рецепты. Всем желаю приятного просмотра. Итак, поехали! Салат у нас сегодня будет очень полезный. Салат называется со шпинатом и овощами. Поэтому я беру шпинат, свежий шпинат. Я его уже промыла, просушила. Здесь у меня 200 граммов. Нам понадобятся только листики. Шпинат нам нужно порезать или порвать крупными кусочками. Вот такие листики я разрежу на 4 части. Шпинат, как мы знаем, содержит очень много железа, поэтому не забывайте включать его в свой рацион. Сегодня мы приготовим очень полезный витаминный салат из него. Нарезанный шпинат крупными кусочками я отправляю на тарелку. Выкладываем его на дно и будем нарезать другие овощи. Кроме шпината нам еще понадобится 2 средних помидора, 1 огурец, половина красного салатного лука, 100 граммов сыра феты и половина лимона. Нам нужно будет из него сделать заправку, очень вкусную, пикантную. Огурчик я нарежу крупными кусочками. Разрежу на четвертинки. И примерно вот такими кусочками по пол сантиметра нарежем наш огурчик. Высыпаю сверху наш шпинат. И нарезаем 2 помидора тоже на довольно крупные кусочки. И тоже выкладываем на блюдо со шпинатом и уже с огурцами нарезанными. Половинку салатного лука я нарежу тоненькими колечками. Лук разбираем на кольца и выкладываем сверху на помидоры. Салат получается очень яркий и очень аппетитный. Для заправки мне нужно выдавить половину лимона. Нам нужен будет только сок. Чтобы не попадали мякоть их косточки, мы это сделаем через ситечко, процедим. Лимон у меня очень сочный, поэтому сока получается очень много. Чайную ложку сахара добавляем. Половина чайной ложки соли. И прованских трав я беру чайную ложку. Сюда же насыпаем. Еще нам понадобится оливковое масло. 3 столовые ложки. Хорошенечко все размешиваем, чтобы растворился и сахар, и соль. Для салата нам понадобится еще сыр фета. У меня 60% жирности. Мы его будем не просто нарезать и добавлять в салат, а обмакивать в маринаде сначала, чтобы и сыр у нас пропитался нашим пикантным, очень вкусным маринадом. Сыр я нарежу кубиком. Примерно сантиметр на сантиметр нам понадобятся кубики. Фета не очень хорошо нарезается, конечно. Но постараюсь максимально аккуратно это сделать. Сахар и соль у меня уже как раз успели раствориться. И опускаем сюда кусочки феты. То, что раскрошилось, тоже не страшно. Это все у нас будет в заправке. Ложкой размешиваем. И каждый кусочек сыра феты у нас получается в маринаде и в прованских травах. Теперь каждый кусочек сыра вместе с заправкой мы выкладываем на салат. Прям сверху на кольца лука можно, на помидор, где как попадет. Салат у нас не только очень вкусный и полезный, но и красивый. Сейчас как раз настает время летней жары. Хочется чего-то очень легкого, быстрого, вкусного. И такой салат очень хорошо приготовить. Можно даже на ужин, он не калорийный. Ну и как салат к основному блюду, к мясу, к рыбе, тоже очень хорошо подойдет. Казалось бы, что тут нового? Салат из овощей со шпинатом, но в сочетании с такой вкуснющей, пикантной заправкой, это просто шедевр получается. И если вам тоже понравился мой рецепт, обязательно приготовь, лайкни,
подпишись. А я с вами прощаюсь, до новых вкусных рецептов. Пока-пока!